В пятницу в Национальной библиотеке Чувашии открылась республиканская научно-практическая конференция «Общественные объединения в Российской Федерации. История и современность». Участники конференции рассматривали аспекты функционирования общественных объединений как институтов гражданского общества. С докладами выступили представители общественных объединений, партий, историки, социологи, студенты исторических факультетов, ведущих вузов республики. На форуме обсуждалась также роль традиционных и новых религиозных движений, молодежных организаций и научно-культурных объединений на предприятиях республики. Рассмотрели участники конференции вопросы повышения роли политических партий в России. На конференцию приехали эксперты из Санкт-Петербурга, Тюмени, Уфы и Беларуси.